Ребята, всем привет, всем добрый вечер. Завтра на работу, возможно, но не всем. Поэтому у нас сегодня такое оптимальное время для того, чтобы посмотреть и поиграть в баскетбол. У нас сегодня Одесса против Тернополя. Хорошие команды. Касательно составов, Сережа, если ты меня слышишь, и я. Никита, и я. Отлично. Смотрим, да? Да, хорошо ли нас, да, слышно и хорошо ли нас видно, бас видно. Ну, без разгона сразу, да, вот так вот, с трехочковой разогреваются ребята, 3-0, и Тернополь выходит вперед пока что. У нас... Мы настолько сильная лига, понимаешь, что у нас даже маленькие скандалы бывают. У нас есть все. Звук. Но тем временем мы видели только что замечательный пас и замечательный алиуп. Исполнение одесситов. 4-6 счет. Тернополь в атаке. Хотинг, Хотник, да, бросает очередной вот его попытка увенчалась успехом. Ну, такой же быстрый ответ от одесситов. Такое раннее нападение мы видим в исполнении сразу двух команд. Сереж, ну я тебя отлично слышу. Так, Чин бросает, нет, попадает в душку. Прервалась трансляция у нас. Я думаю, мы довольно-таки быстро восстановим соединение и вернемся. Да, все отлично, мы снова в игре. Ай, хорошо, как увел, видели, да? Замечательно, двух игроков забрал на себя, врываясь в трехсекундную зону. И тем временем освободился игрок в углу. На него и последовал хороший ассист и трешечка. 10-15, 2 минуты 20 секунд до конца. Чиф еще раз бросает. Вторая его попытка попасть из-за дуги, но не точно. Открытый, совершенно открытый. Не успевает защита вернуться и либо перехватить, либо хотя бы заблокировать или помешать этой атаке. С угла прилетает очередные 3 очка. Ой-ой-ой-ой-ой. Слушайте, красивая защита, да, такой блокшот мощненький, хотя прыжок уверенный был. Еще одна защита. Вот так. Два блока в одной атаке. И у нас нужно бросать уже. Да, Серега пока не сможет с нами комментировать, пытается решить технические проблемы, но давайте продолжим. Я пока буду с вами. Никита у микрофона. Изи 2. У нас 10-20 счет, минута 30 до конца первой четверти.
Чиф снова, смотрите, как отлично с мячом двигается, стоит отметить. Отдает партнеру. Скидка под кольцо. Нет, возвращают на трешку. Продолжается атака. Есть варианты для ее продолжения. И очень, очень правильно они довели до конца общую картину. И перевалили все-таки за 10. Сейчас стал 13. Но уже на 22. Нужно, да, выводить уже мяч. Как-то застряли там по центру, чуть подтолкались. Опасный пас был через всю ширину площадки. В угол можно было и потерять, но нет, мяч остался у одесситов. Они продолжают организовывать свою атаку по центру. Легкие 2 очка. Практически штрафной бросил, да, 15-22. И у нас 25 секунд до конца. Джейкер Дарк с мячом. Пас на партнера. Дефис онлайн, да? Отдают на разыгрывающего. Хорошо, посмотрите, как отлично просто отрезали троих обороняющихся защитников. Ребята из команды Тернополя. Один у нас был под кольцом, там все было четко реализовано. 3, 2, 1. И бросочек. По-моему, даже еще сложнее, да, себе этот бросок сделал, да, сделал такой степ-бэк. Ух, как встретили-то. А ну, со средней, нет, ну, подбор за командой Тернополя, ну, как-то поувереннее нужно действовать под кольцом. Тем более, что вот такие замечательные подборы делают в атаке. Ой, хорош. Ой, хорош как. Нравится мне игра, да, 15-26. Команды показывают очень разный баскетбол и очень разные его вариации в атаке. 17-26. Вот так. И снова смотрите, как хорошо действуют в атаке, я имею в виду, на подборах. Большие игроки команды Тернополя. Чиф с мячом. Издалека похож на ведьмака с этой прической. Скоростной у нас баскетбол на площадке. Сразу видите, как начинают встречать. Так, не, близко не подпускают трехочковой, но сами видите, результат налицо. Охотник особо не парится по этому поводу. Бросает с любой дистанции, с любой точки. Блин, как одесситов прям плотненько так встречают сразу же. Практически не давая спокойно пересечь половину площадки. И вот он снова освободился от одного, от другого. Отдает пас. Хорош. Хорош. 14 очков у Ухотника и 6 ассистов. С трехочковой он сегодня еще не промазал ни разу. 100% у него показатель. Чиф сделал показ на трешку и неточный пас от него. Тернополь убегает в атаку. Степ-бэк. Ой-ой-ой-ой-ой. Это было шикарно. Шикарно и очень уверенно. После таких трешек руки не опускаются, наоборот. Свисток судьи. 19:36, и у нас чуть более 2 минут до большого перерыва. Явно выраженный стиль игры у Тернополя через первого номера. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Какой алиу.
звук трескающегося кольца был слышен сюда, в Днепр. Очень хорошо. Потеря, казалось бы, но нет. Продолжают одесситы свою атаку. Показ за показом. Я просто восхищаюсь сегодня игрой этого защитника. Несколько удар, блокшотов мы сегодня уже видели. Теперь вот перехват такой отличный. Очень-очень длинные руки у него. А вот он, смотрите, да, и организовал атаку. Быстренько в отрыв. Через всю площадку. Хорош. Между прочим, это 19 очко охотника. И у него 7 ассистов. Не жадный. Так вот, я вернусь к тому, что ярко выраженный стиль игры у команды Тернополя. Через первого номера, да, все организовывается. Ну, есть результат, почему бы и нет. Так. А, это было хорошо. Прям с мясом. Такой прям томагавк. Залетел в колечко. Счет у нас тем временем 19-42. Не обратил я внимания на такой вот отрыв прям, организованный командой Тернополь. Сложно будет отыграть, но целая половина поединка у нас еще впереди. 19-44. Посмотрим, чем закончится ее первая часть этой игры. Глушоу, это я думаю, отдавал пас, либо в защите. Хорошо, но очередная быстрая атака, и снова 2 очка. Легко набираются в ней. Ой, хорош, в защите. Помню первый поединок команды Тернополя, но из матча в матч мы видим, насколько прибавили эти ребята на площадке, в организации своих атак, особенно в защите, хотелось бы отметить. Чиф отдает, да. Отдает ее очень четко. Секундочки, будет бросать. Эх, не успел, да, не успел. Мы снова в игре. Связь отличная, я тебя слышу, Серый. Да. Чиф бросает. Подбор за одесситами. Еще бросочек от Никиты. Да, прилетает. 27-49. Ну так, чуть взбодрились после перерыва. Безусловно, одесситы. Не к лицу Беззуба проигрывать, поэтому ребята собрались и будем надеяться, что вторая половина будет более конкурентной, нежели первая. У нас очень ярко просматриваются сегодняшние дуэли у первых номеров, но пока что у охотника эта роль в его исполнении гораздо поярче, нежели у Чифа. 3 минуты 20 секунд. Вот так, прям на половине встречают, обыгрались ребята. Хорошо, что будет дальше. Гол-шоу отдает.
своего первого номера. Несколько показов, ложных движений, и со средней дистанции он точен. Посмотрим, чем ответит команда в белых джерси. Ой, отлично, как обыграл одного, второго. Замечательные, замечательные движения, супер дриблинг. Эй, ну, вот здесь было сложнее не забить, чем забить. Тем не менее, такие легкие два очка нужно было брать. Штрафной. Первый в корзине. Разница в 24 очка у нас становится. 23. И фол. Хороший фол. Жестко встретил, но тем не менее. Так, заслончики. Один, второй. А ну посмотрим, как закончится дуэль первых номеров. Обыграл отлично. Вот так. Хорош, очень, очень умный разыгрывающий. Да что ж такое, просто какая-то непруха у одесситов. Просто кольцо не хочет засасывать мяч. Уже такие верняки. Секунды, слышит или нет? Наверное, не слышит. Наверное, не слышит. Очень жаль, нужно было бросать, чтобы не отпустить окончательно оппонента. Джейкер Дарк с мячом. Хорошо увидел забегание в зону. Отдал пас. Ну, неточный бросочек. Все равно продолжается атака команды Тернополь. Охотник. Ну, тут все видите, все знаете. 100% трехочковый сегодня он продолжает. 9 ассистов, 22 очка. В порядке. А, вот наконец-то прилетает. И трешка. Вот одесситов. Поменяли, как, не знаю, надолго ли. Туду сюда, просто огромное тело под номером 12. Вбегает в трехсекундную зону. Ну как его там остановить? Никак. Вот он и делает, что хочет. Забивает 2 очка. Супер. Гоушоу в уголочек. Попробует оттуда набрать. Нет. Через всю площадку летит мяч. Обожаю такие моменты, когда партнеры по команде видят вот эти отрывы. И мы видим, по сути, пас из даг. Я неоднократно говорил об этом. Как в американском футболе. Как квотербек действует человек, отдающий пас. И нет. Вот это защита. Посмотрите, Тернополь просто беспощаден в защите. В угол. Оттуда. И еще 3 очка. Сидит. Хорош. 34-62. У нас заканчивается третья четверть. Гоушоу с мячом. Дает. И у нас, да, and one. Так, смотрим дальше. Есть еще время у одной и другой команды. Да, ты посмотри, что он просто вытворяет. Трехсекундной сегодня нет ему равных. Ну, а охотник продолжает. Между прочим, дабл-дабл уже у человека. Вот так. Хорошие, хорошие цифры. 22 очка, 10 ассистов. Баба, замечательно. Ну вот эти двое просто сегодня, безусловно, лучшие. Первый и 12 номер. Первый, я имею в виду, по позиции. Но командная игра, безусловно. Ребята Тернополь сегодня показывают, насколько они могут быть разнообразными. Периодически, да, меняют разыгрывающего. Ну так, уже во второй половине матча. Ну, супер, слушай. Эта трешка прилетела из Тернополя прям в Одессу. Никто вообще абсолютно решил не встречать разыгрывающего. Ну, а
человека, которого сегодня 100% процент попаданий, ну что ему остается делать? Безусловно, бросать и вынимать эту трешку из кольца. Очередная замечательная оборонительная игра Тернополя. Никитосик, он с мячом сейчас прошел, да, этот пас. Плюс 2. Ну и смотрите, Тернополь берет тайм-аут. 39-69. И ребята говорят о том, что они не теряют концентрацию. И не видят в таком солидном преимуществе еще своей победы. Все правильно. Нужно играть до последнего свистка. До последней четверти. Снова быстрый отрыв. Ну... спокойная у меня реакция на этот данк, хотя он хорош. Ждем чего-то поярче. Гол ушел. Нужно освободиться от оппонента, да, и переходить уже площадку. Никитосик прям лицом уперся в оппонента, толкал его, чтобы пройти. И какой отличный пас. Ну тут, да, у меня уже эмоции появились. Безусловно, это было хорошо. Свисточек, судьи. Итак, да что, просто вот я больше как невезением не могу это назвать. Настолько уже выверенные броски с хороших позиций, но мяч просто не опускается в корзину. Что не скажешь о команде Тернополя. У ребят много сегодня чего прилетело. Все, что задумалось. Освободился от оппонентов. Боже, как красиво, а? Хотник, можешь, пожалуйста, мне потом в Телеграм автограф от себя прислать? Ну, сегодня явно MVP на площадке. Не буду тыкать пальцем, кто. Со средней. Нет, не решился. И... тайм-аут. Вот так вот. Две минуты 42 секунды до конца. У нас приличный разрыв. Так. Забежал, да? Я так понимаю, просто уже убежал с площадки, и... но получил пас. Хорошо. Игрок, партнер по команде заметил, но... в какой-то момент мне показалось, что ребята из Тернополя просто уже не хотят защищаться. Стоят, смотрят, как мимо них пробегают. Гол ушел, но нормально, очнулись. Итак, хоть накидывает хорошо. Ну, почему не сверху? Почему не сверху? Что за такие простые обычные 2 очка? Ну, возможно, подустали уже руки у ребят. 41-78 и ровно 2 минуты до конца. Мяч в игре. И что? Ну, да, уверенности сегодня ему просто не убавить. На драйве абсолютном играет разыгрывающие команды Тернополя. Все получается. Зачем его останавливать? Все правильно. Партнеры не мешают. Летит так летит. Сам? Нет. Не пожадничал. Да, хотели хорошо, красиво закончить ребята эту атаку. Могут себе уже это позволить. Тут какой-то сумбур в защите. И снова быстрая атака. 3 очка. Да. Чуть раньше даже я об этом сказал, но тем не менее, все реализовывается. 34 очка уже набрал. И 11 ассистов. Главное сегодня, если будете праздновать, ребята, из Тернополя, сильно не налегайте. Завтра, возможно, кому-то на работу. Вот. Не знаю, не знаком со всеми вами, может, кто-то еще несовершеннолетний. И на работу не нужно идти, поэтому можете сегодня насладиться этой победой так, как вы хотите. С угла врывается и... бух, бедное кольцо. Бедное кольцо, оно сегодня натерпелось от команды Тернополя. Гол ушел.
Никитос потолкался, крючочек такой бросил, не точно. Еще вот такой пас. Эх, сам еще на подборе. Отдает нежадный. И очередная трешка. Классический сценарий в этом поединке сегодня. Ухотника. Бросает, попадает. 30 секунд до конца. Эх, не точно. Ну уже да, и в защиту не успевают ребята. Уже просто один в один с кольцом. Ксизи, вот так, скорее всего, да, ребят, могу ошибаться, как никнейм произносится. Сегодня тоже неплохо так наколотил. Вот такая трешка в агонии уже. Были хорошие броски, безусловно, у одесситов, хорошие атаки, но как-то ни одно, ни другое кольцо не хотело быть приветливым. И мячи не опускались просто в корзину одесситов. Хотя я бы точно не сказал о том, что что-то вот в игре прям ну не клеилось. Они создавали эти броски, но мяч не хотел, не хотел. У нас звучит сирена, мы заканчиваем этот поединок. Сегодня ребята из Тернополя просто разрывали как хотели, играли на классе. Я, наверное, вот так уже могу говорить, потому что от матча к матчу мы видим, насколько они прибавляют. Одесситам могу сказать, ребят, ну... Вы-то свое лицо точно не потеряли, не обращайте внимания на результат этого поединка. Стиль игры у вас есть. Сегодня просто что-то где-то баскетбольные боги решили не взлюбить ваши кольца, скажем так. Всем приятного вечера, отдыхайте. Это был Никита у микрофона.